Когда кончается зима, мы снова ждем ее прихода. Как будто в этих хороводах не хочется сойти с ума. И нам как будто всем по семь, кому-то даже и по девять. Так хочется во что-то верить, когда не можешь верить всем. Который год, не помню декабря, и сам себе я в декабре не помню. Вокруг так много посторонних, слова охотливых ребят. А я спешу скорее домой, чтобы запить мечты шампанским. Вокруг улыбки, песни, пляски, но настоящей ни одной. И я не помню, где мой дом, как будто нет его в помине. Табачный дым чужих гостиных со мной сегодня заодно. К изголовью кровати прошептала: тебе пиздец. Слышишь, мальчик, с глазами красными, я с тобой говорю, подлец. Мне не спится, ответила любимая, и не спится мне 27 лет. Не была в ты ревнива, убился б я. Раздевайся, пора гасить свет. Ты скользнула из платья в объятия, прошептала: какой же глупец. И я пьяный всю ночь обнимал тебя, как луну обнимал бы Том Уэйтс. Чуть проснувшись, ты вышла на берег. По реке спускался мертвец, и над ним в морщинистом небе стыл сигаретным ожогом рассвет. Я лежал под деревьями рослыми, отсыпаясь за 27 лет. Ты курила, укутавшись в простыни, так меня целовала смерть. Однажды состарится. Чем глубже морщины, тем глубже любовь. Каждый волос седой высек шрам в моей памяти. Покаяние мужчины хранит твой альков. Ты прости мне, родная, что посмел быть несчастным, пренебрег твоим храмом и проклял наш дом. Пропадая закадом в лепрозориях чахну, и за жемчугом слов опускался на дно. Ты прости мне любовь, боль и слезную соль. По щекам бороздой, да по сердцу кинжалом. Волочусь бахромой по следам твоих ног. Колет в бок алкоголь и весна в сердце жалом. Говорю, спасибо большое. Вот. Спасибо вам. Спасибо, спасибо. Вы громче, чем кажетесь. За это вам тоже спасибо.
Спасибо. Ну, там еще потом Димка выйдет, нужно еще же похлопать пацанам. А, собственно говоря, в общем, хочу напомнить, что там вот вышла книжка, и она там продается на баре, ее можно купить у меня. Вот, немного, правильно, это домосонство еще никто не отменял. Вот, поэтому можете ее там покупать. И у нее замечательные иллюстрации, вот о чем я хочу сказать. Их рисовал Даня Вяткин, который разрисовал сегодня всю эту стену в ярославском стиле и даже не пожалел своего лица ради этого, а Гриша не пожалел своей шапки. А также еще там есть Алиса Юфа, которая тоже часто нас рисует. Возможно, вы ее видели. Ренат Идеалович, там Полина Соловьева, Даня Берковский. Наш московский подельник, сын революции, блин. В общем, вот, куча прикольных картинок там есть, как минимум. Ну, напоследок я, короче, прочту стихотворение. У нас же якобы поэтический вечер. А, оно у нас просто вот называется все в русское гетто. Короче, если что, чтобы не было никаких ассоциаций, стихотворение не о политике, там ни правостороннего, ни левостороннего движения. Тут никто не придерживается, все едут по встречной. Вот. Гетто-грипп, короче, стихотворение про ботинки. Мы были молоды, носили гетто-грипп, носились по дворам, искали драки. Мы были варвары, лежал в руинах Рим, и горожане сжались по углам, как в дождь с табаки. Нас хмель пьянил, без горести и спитых дней, без послевкусия, стыдливого похмелья. Мы шли уверенно, свет редких фонарей фигурам нашим придавал особое значение. На нож врага, нам имя легион, нам ночь мила, и враг всегда найдется. Нам ночь, как мать, хранит ее благословляющий покров. От глаз ментов, будь смел, бей первым, и неважно как, бей как придется. Все было так, теперь кто семьянин, а кто сидит, кто просто кончился, а кто совсем скончался. И в недрах лоджии схоронились гетто-грипп, алкофашистки, окованные лапти. Мы были молоды, нам не о чем жалеть. Мы были варвары, пришедшие с окраин, оскал подростков, не уверовавших в смерть, расистский шарм, нелепейший из всех возможных форм анархии. Еще раз спасибо. Просто нужно было прочесть что-то новое, а то все только старое. И оно в тему русского гетто. Ваня не может не побыть тамадой. Ну что, дорогие друзья, я хотел бы всех перечислить, если вдруг кого-то забыли. Сегодня для вас выступал Илья Возняков. Это такой грустный парень. В модной одежде с классной стрижкой. Маша Пойте играла ему прекрасное сопровождение и солировала на синтезаторе. Я повторюсь, потому что мне кажется, что это действительно классно, что сделал Даня Вяткин. Даня Вяткин наш очень хороший друг и художник. Вот он сделал березы, которым ему так не хватает, которые он любил в Ярославле. Рома звонил мне, говорит: Ваня, главное не забыть стиль. Стиль артистов на сцене – это Артем Кулагин, компания Great Cris, собственно, вот ребята. А так бы ребята вышли в трикошках своих, как обычно, в трикошках, майках, алкоголичках. Дима это сделал музыку и играл ее сегодня для вас. Ваня Бенжени читал для вас стихи. Спасибо вам большое, спасибо большое клубу «Фишфабрик», что мы как дома всегда себя здесь очень хорошо чувствуем. И приходите еще. До новых встреч, друзья. Спасибо большое. Пока-пока. И не забывайте про Ромину книжку, потому что за месяц до премьеры это круче, чем акции Burger King. До встречи. Пока. Спасибо.